Друзья, всем привет! Заканчивается у нас второй день Митекса. Сейчас только дошло дело. Давайте я для вас сниму один из павильонов. Что тут у нас есть интересного? Можем заскочить на Ханс-Кёнер, нашумевший Ханс-Кёнер с его систейнерами. Где они, эти систейнеры? Конечно, ассортимент огромен. И есть, я даже часть половины не успею снять для вас. Так, где наши систейнеры? Я немножко потерялся, вы уж меня простите. Сейчас я вам покажу их. Где-то они мне тут попадались на глаза. Где-то они мне попадались. Ага, вот. Вот, давайте. Давайте посмотрим. Вот они, вот запатентованная система хранения от Ханса. Естественно, сумки, куда без них. Тафбилд отдыхает, цены не знаю. Все, смотрите сами уже. Моя задача вам просто это все показать, рассказать. А вы уже решение принимаете сами. Никого не уговариваю. Вот, посмотрите, какой инструментальный стенд у нас. А, закрыто. Не хочет открывать, но сейчас откроют. Вот такие сумки а-ля Стэнли. Достаточно классные, прочные сумки. Поэтому можем иметь в виду. Друзья, сниму для вас такой общий ассортимент. Я так понимаю, он тоже не полный. Тоже не полный. Альберис и Озон. Вот такие вот тут. Смотрите, перчатки. То есть все, что папа Карло показывал, это в реальности существует. И сейчас мы плавно. Вот фонарики, кому надо. То есть все это у WorkPro есть. Изучайте ассортимент. Или пишите мне в Ливон, коробочка а-ля Милуоки. То есть все это есть. Переноски для гипсокартона. И нашумевший верстак от Пони Йоргенсен. И представитель Евгений. Всем добрый привет. День. Добрый день. Нам любезно расскажет о этой замечательной продукции. Да, очень, очень популярный уже ставший верстак Пони Йоргенсен. Складной. Сейчас у нас вещи лежат, мы складывать не будем. Ну, понятно. Поставляется, да, в комплекте с двумя очень удобными струбцинами и четырьмя упорами. Два больших и два маленьких. Имеет удобный лоток для хранения струбцин, либо инструмента. Имеет регулируемые ножки, которые три уровня высоты дают. Мы это уже оценили на работе. Да, да. Очень, очень удобный. Да. Выдерживает достаточно большой вес. Стоять на нем не рекомендуется, но для проверки мы на нем прыгали. Мой напарник стоял, он 110 килограмм выдерживает. У меня 90, я еще прыгал. По крайней мере, он крепче кеттера. Он крепче кеттера и воркса. Который 400 там с чем-то. Вместе взятых. Да, да. Все это сказки. Вот это вот вещь. Все верно, да. Так, и у нас еще, по-моему, струбцины, да, да, соединяются друг с другом. Да, все верно. У нас в комплекте идут такие струбцины, которые фиксируются сбоку. Если нужно, то это струбцины на зажим. Либо это струбцины на разжим. Двойная функция. Так. Оп. Ну, или так, или так, да. Да. Либо... Это струбцины, которые увеличиваются в два раза в длине. Это аналогичные струбцины более тяжелой и крепкой серии. Ага. И мы получаем двойное увеличение по длине, даже немножко больше. Брюки превращаются
Итого? В элегантные, да, шорты. Либо меняя упоры на эту сторону, мы получаем такую же длинную струбцину на разжим. Замечательно. Кто, чье производство, пони Йоргенсен? Изначально это американский бренд, американская разработка, которую сейчас и делают, и владеют китайцы. Классно. Американское качество и традиции они соблюдают. Когда берешь в руки вот такие струбцины, ну, даже не то, что работать, а просто подержать приятно. Да, абсолютно согласен. Когда видишь вот эту направляющую. Да, есть такое. Также помимо верстака и струбцин есть ассортимент рубанков различных. Вот таких. Ну, это нужно вот так. Это просто классно, да. Такие вот угловые струбцины. Да, это, по-моему, у Стэнли. Вот это, да, такие струбцины есть у многих. А вот такие струбцины с ослабляем винт и регулируем на нужный угол. Таких струбцин лично мне не удалось найти у других производителей. Интересно. То есть угол от 0 до 180 регулируется. Сколько он необходим. Да. То есть собрать 6-гранную конструкцию, 8-гранную конструкцию, это про него. Я живу и ничего не... Да? Здесь у нас представлен более полный ассортимент продукции Pony Jorgensen. Различные зажимы. Ручные зажимы. Это та самая классическая прищепка, с которой начался бренд Pony. То есть именно она была названа Pony. Потом она дорабатывалась и уже начали делать различную другую продукцию. Струбцины рычажные. У Гросса такие видел. Да, у Гросса, у Бессы. Хотя у Гросса не такая площадь. Эти мощнее выглядят. Эти реально мощнее. Ну, сравнивали с Бессой, по цене очень сильно выигрывают. Естественно, Бессой. Американский бренд Goldblatt. Малярно-штукатурного инструмента. Чем он отличается? Очень популярные мастерки. Полная копия Marshall Town, в том числе есть цельнокованные, без сварного шва. То есть, посмотрев ближе, мы видим, что здесь нет никакого соединения. Мастерок изначально сделан из цельного куска металла. Просто обработка такая. А-а-а. Да, да. Он сначала кованный, затем он обработан. А, все, вопросов нет. Различные шпатели, терки. И вот эта штука, которую вы сняли долго, для чего она? Это штука для того, чтобы вытаскивать крестики из плитки. То есть у нее резиновая предохраняет плитку от скалывания, и крючком мы подцепляем плитку, подцепляем крестиком. А это чтобы картошку чистить? Можно чистить картошку, можно резать линолеум, можно колбасу резать. В общем, подходит для всего. А это что такое? Это три, рубанок. Это три в одном, да. Это изначально рубанок для гипсокартона, когда нужно подточить краешек. Далее, это переноска для гипсокартона. То есть мы ее берем вот так, сюда лист гипсокартона, чтобы удобно поддерживать. И домкрат для гипсокартона, когда мы подводим его к стене, ставим, наступаем ногой и регулируем на нужную высоту. Такая три в одном. И очень приятно выглядит, литая алюминиевая, не пластик. Замечательно. Еще у вас есть хорошая штука, я как мебельщик оценил, для колен такая вот, да, куда ногами, да, можно. Да, здесь ее сейчас нет, в первый раз, когда я ее увидел, я просто упал на нее коленями, и меня это очень порадовало. То есть болезни, ощущений ноль. Уровни лучше Капра? Не сравнивали пока. Ну. Потому что смысла нет сравнивать. Эти лучше Капра. Просто у Капра всегда была проблема с вертикальным глазком. Они всегда там тупили немножечко. Это уже, ну, другое поколение видно. Очень популярная вещь. Кусачки для керамики. Здесь два твердосплавных ролика, которые при необходимости можно заменить. До 5 мм плитку, мозаику они колят. А керамогранит? Колят
колет, если да? По толщине, он часто очень толще идет, он сюда в принципе не влезет. А, по размеру. То есть здесь нужно посмотреть именно по раскрыву, если он влезет, то они его колят. А это у вас подарочные сумки для блогеров? Это сумки, сумки, да, как когда-то, наверное, сможем мы их разыграть, да, здесь различные образцы инструмента, вот те же самые кусачки, то есть, в общем-то, если сюда оно влезет, то оно его колет. Чтобы не портить мастерки, кирпичники очень любят такие молотки. У вас больше тема строительная такая, да, да, строительно-малярная. Очень классная вещь, кованые ножницы. Режут металл, картон, режут все подряд. Все подряд. Самый главный вопрос, понимаю, где пружина? Пружина внутри. Скорее всего, внутри зашита. Да, 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 да. Да, да, и материал очень прочный, как система у Toughbuild. Вообще, вот чисто по ощущениям не отличается. Это, так, это у нас для гипсокартона. Это гипсокартонщики оценят. Самое главное, что она в сумке прячется, ничего не испортит. Да, да. Что еще показать? Так, друзья, идем дальше. Снимаем, снимаем уже очередной 10-й какой-то гигабайт. Столько лампочек, столько всего интересного. Лазеры, лазеры, ротационники. Давайте пойдем к Интерсколу, что ли, уважим легендарную компанию с боевыми упорами и с вентильными движителями. О, Makita и DeWalt. Сейчас, друзья, подойдем к ним. Сейчас подойдем к ним. Ну, а вот он, Николай Валуев, собственной персоной. Ну да. Чуть-чуть высокий. Слушай, мне так понравилось. Да, высокий дядя. Что-то тут куча всего. Команда. Ух ты, командой даже можно. Да. Рекламу надо. Давайте посмотрим еще. О, Festool. By Festool. Да. Это точно. Вот какое четкое, емкое название. 50 оттенков Китая. Это 100%. Там в билд, ну давайте еще раз подойдем. Николай подходил, ну и мы подойдем. Ну и мы подойдем. Да нормально, что вы? Прям. Вот какие есть пистолеты у нас.
Да, ну, в принципе, мы все это, конечно, видели, но, тем не менее, лишним не будет. Вот он, стенд Elitech. Ой, как все светло. Аж в глазах рябит. Аж в глазах рябит. Вот такие вот стенды. Разогнать, не удивить. Разогнать. Сходите в пик, там еще меньше. Сколько стоит? 1600. Кто спрашивал по поводу Хеллер, пожалуйста. Вот они все есть. Вот они все есть. Дензел. Давайте глянем, что есть у Дензела. Довольно-таки красиво все тоже выглядит. Есть даже вот рюкзачок от Дензеля. Ну, неплохой. Кому нравится, берите. Кому не нравится, не берите. Даже он для автодела. Даже для автодела. Вот. Все производство, без проблем, заказывайте. Давайте зацепим немножко инко, уважим инко, что у них тут есть. Всевозможные болгарки, все, все, что душа пожелает. Все, что душа пожелает, и даже больше. Сейчас я отойду немножко подальше, чтобы вы могли видеть экспозицию, масштаб этого стенда. Вот я отхожу, вот уже метров на 30, что ли, отошел. Только с этого расстояния я могу его лицезреть. Ассортимент, конечно, там он ресторан они себе сделали на втором этаже. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну все, дальше пошел один Китай, поэтому будем завершать мы сегодняшний наш день, а следующий будет ПИД. Дальше будет интереснее.